педагог по призванию, так можно сказать про Ольгу Павлову. После окончания Вологодского педагогического университета она начала работать в Доме детского творчества, организовала клуб информационных технологий, достигла в своем труде немалых успехов. Как сказал один известный советский педагог, самое большое счастье на свете – это воспитывать детей. Ну вот, живем в этом счастье, развиваемся, рисуем мультфильмы, программируем, строим роботов. На первый взгляд все просто и элементарно, но это совсем не так. Изготовление мультфильма, создание робота – работа трудоемкая. Именно поэтому при виде конечного продукта дети испытывают неподдельные эмоции. И все это благодаря удивительному подходу к делу Ольги Николаевны, умению заинтересовать и увлечь ребят. Если у кого-то проблемы с информационными технологиями, Ольга Николаевна всегда поможет, и эти проблемы исчезают. Если нужно сделать музыкальную нарезку для выступлений, Ольга Николаевна обязательно сделает. А если шикарные коллажи, фотоколлажи, которые представляют наших ребят на стенах и в альбомах и так далее, то обязательно Ольга Николаевна сделает их так, что все ходят и завидуют нашим коллажам. Участниками всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» стали педагоги дополнительного образования из 16 районов – Вологды и Череповца. По итогам заочного и первого очного этапов руководитель объединения КИТ Ольга Павлова стала победителем в технической номинации. А после публичного выступления на тему «Дополнительное образование. Чему учиться педагогу» Ольга Николаевна была объявлена победителем конкурса. Ольга Николаевна, ну, во-первых, она первоклассный специалист в области информационных технологий. Она талантливый, увлеченный педагог. Конечно, внимательно, доброжелательная коллега, ну и самое главное, наверное, очень трудолюбивый и целеустремленный человек. И мы желаем ей побед и на следующем этапе этого конкурса. Теперь великоусюкский педагог дополнительного образования представит район и область на всероссийском этапе. Пожелаем ей удачи, вдохновения в творческой и интересной профессии. Евгения Шемякина, Антон Карев, новости провинции.